Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самоил, и это очередная серия технических похождений. Извините, что забыл прощаться в прошлой серии. Ну, теперь я тарабаню стандартное приветствие. Да, оно уже стало стандартом. И продолжаю заниматься тем же, что делал в прошлый раз. Это у нас процессор и автоматизация всей системы, которая идет звук. Он плохо, но самое главное, что идет. Не по барабану, что там происходит. Мне на железо наплевать. Оказалось, что у обычных тромб импорта нет интерфейса. Не знаю, каким образом они работают. Может быть, это вообще только ингредиент для создания. Процессор. А, вот у нас, кажется, были. Получаем Precision Interface. Они подключаются к машине. Да, все нормально. И, значит, мы смотрим, что у нас есть пульверизированного. Pulverize Team Silver. Лит, айрон, голд и копер. Ферус метал нужен для создания инвара, я его не буду пережигать. И ставим это все вот сюда. И сюда. И сейчас настроим. Redstone move всегда активно. Передвигать стаки всегда активно. Осталось только подключить систему, если она не подключена, к всем сундукам. И должно дело пойти. И что? Почему ничего никуда не идет? Ничего не понимаю. Может, еще надо подключать напрямую к машинам? Давайте попробуем напрямую к машинам подключить. Так, вот этот сундук совершенно не нужен. О, тут запасы, оказывается. Даже процессор есть. Никогда бы не подумал. Так, мы подключаем тут трубу. Вот сюда. К машинам сразу подключилась. Тогда ставим. Эта штука сама разберется, что пихать в машину. В любом случае, она не будет запихивать так, чтобы все это вылетало. Я очень надеюсь на это. То есть, если мы отсюда уберем железо и станет пусто, то фига нифига не работает. Почему, спрашивается, штука не работает? Очень интересно. Короче, в общем, я с этим разберусь попозже. Сейчас меня интересует немного другое. Во-первых, то, что все это надо убрать из инвентаря. Это нам не нужно. Во-вторых, пластины закаленного железа. Посмотри, что с центрифугами происходит. Я понимаю, с центрифугом хорошо. Они работают. Так. Да, им хорошо. Все зашибись просто. Сейчас
отхватим все, что они наработали. Уже больше 100 комедий, немало олова, самое главное электро. Помните, для чего оно нужно, да? Что, много для чего? Не придется тратить на это золото. Чуть запихиваем в нашу систему. Вольфрам, ну тоже полезная вещь. И далее, что у нас получается? Я так понимаю, система так и не заработала. Поэтому что можно сделать? Apply Transistic система. Вообще-то и должна быть совмещенная со всеми, но как минимум с стандартным Майнкрафтом эта штука должна работать. То есть если мы возьмем сундук из стандартного Майнкрафта, это последняя моя идея, я больше не представляю, как все это делать. Оставим здесь приступочку для удобства. Возьмем тут все остальное. Если мы сюда поставим трубу импортную. Да, она вроде как подключилась. Сюда положим, ну, допустим, и все что угодно. Пусть из системы сюда приводит железо. По одному. Сундук. Always active. Актив. Активно, без сигнала. Не пропустим. Система вроде должна работать. Вроде. Что за? Не представляю, что эта штука надо делать. Может быть, каким-то образом подсоединить его, не знаю. Не скажу. Делать. Что у нас вообще есть? МЕ. Природа. МЕ. Фактор Access. Access Terminal. Chest Interface. Фактор Editor. Cable. Crafting. Level Limiter. Crafting CPU. Вот это все. Storage bus. IO port, графический порт. Короче, я в недоумении. Другому не скажешь. Я в недоумении и не знаю. Постараюсь в следующей серии сделать что-то стоящее. Но если вы знаете, уважаемые зрители, скажите, пожалуйста, как это делается. Конечно, боюсь, что эта серия выйдет раньше, чем... А эта серия выйдет позже, чем я запишу прошлую, следующую. Но... Не знаю. Это отвратительно. Пора оставшуюся минуту лечь на другие темы. Одна из этих других тем — это киберпуни, пластины и ключ, который очень нужен. Нам нужно огромное количество машинных блоков, по 3 машинных блока на центрифугу. Это точно. Плюс еще, то есть раз нам нужно 16 центрифуг, значит нам нужно 48 блоков. А это очень маленькое количество, скажу я вам. Также, может быть, мне потребуется, как делаются термальные генераторы. Они говорят, более выгодные. Просто термальные. Это из Грактеха. Мало. Генератор. Да, вот он, термал. Закаленное стекло.